Друзья, всем большой привет! С вами Дмитрий, и это канал про интересные автомобили, в частности автомобили из Европы. Сегодня я проверял для клиента вот этот замечательный каблучок из Европы, он из Бельгии, несмотря на его эстонские транзиты. А машина интересна, думаю, будет многим на моем канале. Многие спрашивали, сними какой-нибудь каблучок. Вот вам, ребят, Берлинга 2019 года. С двигателем 1.5, ДВ5, форсировкой на 102 лошадиные силы. Пятиступенчатая механическая коробка передач, передний привод. С двумя распашными боковыми дверьми и открывающейся кверху задней. Машина в интересном цвете, такой ярко-ярко-красный, без оранжевых оттенков, морковного здесь нет. Просто сейчас вечереет очень быстро, несмотря на то, что сейчас 3 часа дня с небольшим, а сейчас конец декабря, поэтому цвет получается какой-то темно-красный. Итак, ребят, на примере этого автомобиля сейчас покажу, что привозят в Псков на перепродажу. Что я проверяю на конец декабря на примере вот этого Citroёn Berlingo. Итак, сейчас поменяем камеру, чтобы более ближе подойти. У нас машинка, можно сказать так, что в небогатой комплектации, достаточно простая, но все необходимое для комфортной езды. И я думаю, кто покупает вот эти автомобили, это все же автомобили предназначены будут для какой-то коммерческой небольшой деятельности, там перевоз каких-нибудь коробок, чего-нибудь там, доставка чего-то, или убирается задний ряд сидений, то есть может быть какой-то стройматериал, кто-то будет что-то строить, но такие рабочие лошадки они. Итак, давайте, наверное, по внешке быстро пробежимся. У нас здесь 16 диаметра колеса на новой, резине. На зимней, на липучке, все 4 баллона одинаковые. Передние диски тормозные вообще новые. Но это, я опираюсь на те данные, потому что я сейчас ее проверял. Сейчас скину отчет. Кстати, пробег здесь 139 тысяч, он настоящий. Все по аукционке пробилось, то есть по компьютерной диагностике. У нас в связи с тем, что машина не супер какая-то богатая, не знаю, есть ли у богатых комплектаций какие-то леды, здесь галогеновый раздельный свет, дальний, ближний, есть также противотуманные фары, передние, задние парктроники, и такие вот галогеновые ДХО с повторителями. Машина, кстати, в полном заводском окрасе, без ошибок, без всего, вся комплектная, в заводском исполнении, только единственное, что лобовое стекло поменяли на аналог, а так все стекла, фары соответствуют году выпуска. Такой, знаете, каблучок не маленьких размеров. Это, можно сказать, что я буду опираться на тот же Рифтер. На его, мне кажется, это одного класса автомобиля. Там был у меня длиннобазный, это вот такой краткобазный. То есть автомобильчик. Даже не знаю, с чем его сравнить, чтобы вы понимали. Наверное, чуть-чуть побольше он Кангухи будет той же. А правильных, наверное, размеров. Боковые вот эти стекла, они не маленькие, не узкие, здесь в принципе все видно, вот эти боковые зеркала, есть форточка, не маленьких размеров боковые стекла, клиренс, также я вот, кстати, не могу вам точно сказать, но он не низкий у этого автомобиля, с двух сторон, как и сказал, есть распашные, двери, то есть открывающаяся дверь водителя с немаленьким таким, проемом, можно сказать, посадка здесь уже такая кроссоверно-микроавтобусная. Микроавтобус это, я так сказал, шутя, наверное, там будет намного выше, но не лежачая, не легкового автомобиля. Вот такие вот распашные у нас с двух сторон. Давайте сейчас тоже откроем двери. Весьма себе немаленький багажник. Есть камера заднего вида. Такая вот полочка, которая закрывает груз, ее можно при необходимости снять. И багажник внушительных размеров, приблизительно, наверное, как у какого-нибудь Эспейса 5-го поколения, если по минивэнам сравнивать, по внутренним ощущениям. Кстати, есть запасное колесо, оно крепится снизу, вот оно. Так, у нас железные диски на колпаках, в принципе, особо не портят вид, но если были 17 диаметра литые диски, я думаю, смотрелось бы намного бомбезнее. Вот так вот выглядит наш каблучок. Очень хорошо, что у нас с двух сторон все такие двери. Сейчас я уберу свой портфель, сяду
примеру, нет, я с той стороной под себя регулировал сиденье. Так, здесь мы посмотрели, наверное, да? То есть все необходимое есть. Здесь, я так понимаю, еще либо вот эта полка, либо еще вторая может сюда ставиться, чтобы, ну, можно было какие-то грузы положить. Так, вот я сейчас для примерности сяду сам за собой. Так, ну и приблизительно вот так вот. Здесь на правильной высоте расположен второй ряд сидений, то есть ноги даже, можно сказать, разгружены. То есть не вот так вот, когда сидите, когда пол высокий, а как бы как мне очень удобно с ростом 176 сидеть. Есть пространство, запас перед моими коленями и местом водителя. Кстати, здесь вот такой вот есть козырек, чтобы туда наложить каких-то личных вещей, бумаг и всего остального. То есть присущ такого, значит, класса транспортным средством вот эта вещь. Так, с ограничителями двери, они механические, не электрические привода. Здесь есть, кстати, мочевина, так как машина 19 года, и в принципе плюс-минус такой же мотор мы видим на 3008, на 508, на 308 ПЖАх, еще каких-то там не назвал, 5008 к примеру. Только он здесь дефорсирован на 102 лошадиные силы, не 130. Кстати, утоплен он мотор, но вот как-то по внешке, по переднему, тот же рифтер, мне так кажется. Может быть, рифтер короткобазный, приблизительно плюс-минус будет одинаков. Мне по каким-то внутренним ощущениям кажется, что рифтер чуть побольше был. Вот я когда делал обзор на него, если кто не смотрел, можете найти у меня в видеозаписях. Так, ну давайте сейчас я быстренько. Вот так, так же, как и на рифтере, утоплен мотор снизу. То есть турбина передней части, 4 форсунки и дизельный мотор. Так, ну, ребят, сейчас давайте на нем проедемся. Я расскажу про свое ощущение по динамике, потому что я еще не ездил. Сейчас мне нужно будет записать для клиента, то есть вот этот тест-драйв, рассказать там, как тормозит, как разгоняется, какое сцепление там и все остальное. Давайте, сейчас я еще быстро по интерьеру. Так, два стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал. Все, в принципе, по Ситроеновски, все так замудрено, да? Лифт сиденья есть, пластиковый руль. То есть на 139, на мой взгляд, он вообще как новый, не стерт, без проплешин. То есть нормально. Здесь, кстати, есть такой бардачок с бумагами. Удобно, там тоже за монитором есть бардачок. Мультимедиа ситроеновская такая. То есть механически настраивается, ну, кондиционер, печка. Есть стабилизация, подстаканник, два подстаканника снизу, механический ручник. К сожалению, вот этих штук нету, подлокотников. Ну и здесь весьма себе такой широкий, если брать вот этот тоннель серединчатый. Ну и высокие потолки. Здесь просторный салон, проще говоря, для подстаканника. Бутылочку можно с водой поставить. Так, ребят, ну я уселся, можно, в принципе, и двинуть. Сенсорно все здесь навигация показывает, камера, ой, извиняйте, так вот, такая вот парктроники, и так, хорошо держит ручник. Вот камера показывает, на мой взгляд, хорошо. Так, поехали пробовать тестить его. Итак, ребят, сейчас начну движение. Кстати, не показал, есть круиз-контроль, печку показал, по-моему, камеру не помню, показал. Давайте сейчас начнем движение. Кстати, прогревается он достаточно быстро, так как имеет электрический ТЭН в радиаторе печки. То есть на вторую-третью минуту после заводки уже идет теплый воздух с воздуховодов. И слезает, значит, лед с обледеневшего лобового стекла. Ну, что вам сказать. Дизель есть дизель, как бы подрыв неплохой. Понятно, что не как 130-сильная версия, не двухлитровая, тем более он едет, но весьма себе нормально катится. Плюс-минус, наверное, как Кангуха 1.5 на К9К разгоняется. Но посадка уже нормальная. Вот мне нравится здесь такая высокенькая посадка, большое лобовое, хороший обзор по бокам. Так, ну сейчас я еще раз проедусь, значит, по проспекту. Ну, не будем как-то гонять, потому что машина не для гонок, место не для гонок. Просто расскажу о впечатлениях. Так, что еще хорошо? Приборка хорошо читается. Здесь в середине есть бортовой компьютер у машины.
Есть, кстати, датчик дождя, камера, кстати, следящая за полосами, знаки читает. Так, значит, что еще вам рассказать? Неплохо, точнее, хорошо настроено усилие тормозов, но это, в принципе, не именно у этого автомобиля, а у всей линейки машин из Франции. То есть в Реношек, Пежошек, у Ситроенов, то есть везде плюс-минус хорошо настроены тормоза. Так, нормально для повседневной рабочей езды, хватает мотора, то есть легко выжимается сцепление и включается, ну, хорошо, четко. На этом, ребят, буду заканчивать, буду с вами прощаться, всем всего хорошего, до новых встреч, будет нужна проверка автомобиля, пишите, звоните, буду рад помочь. Всем пока!